старинную книгу и куклу, одержимую демонами. Однажды девочка гуляла возле заброшенного дома и нашла большую старинную книгу. Название не автор. Какая странная книга. Какие-то стихи написаны. Сними цепи пространства и времени. Сделай так, чтобы душа воспарила. И обними руками смертными жизнь, что никогда здесь не было. Книгу вместе с куклой она положила в мешок и закопала возле заброшенного дома.